Проект «Пушкинская карта» набирает популярность в Ульяновской области. В прошлом году за 4 месяца виртуальными денежными средствами воспользовались более 20 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, посетив на них музеи, театры, концертные залы. Вот 2021 год мы закончили с участием 14 учреждений и организаций в сфере культуры, принимающих участие. Самыми активными, конечно, по мониторингу стали Ульяновский областной драматический театр, Федеральный музей-заповедник «Родина Ленина», Ульяновские областные художественный и краеведческий музей и Ленинский мемориал. Также бы отметила работу «Экситона». Все свои мероприятия они успешно также продавали через Пушкинскую карту. В 2022 году депозит на Пушкинской карте вырос до 5000 рублей. С февраля дополнительные 2000 рублей молодежь может потратить на приобретение билетов в кинотеатрах. Но по данной программе могут приобретаться билеты только на фильмы, которые сняты при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино, то есть на отечественные фильмы. На текущий момент в муниципальных образованиях нашего региона к программе подключились уже 4 кинотеатра. В городе это 2 кинотеатра, муниципальных я имею в виду, и порядка 3 кинотеатров частных. Как показала практика за первую неделю, вот что касается кинотеатра «Люмьер», у нас продано 17 билетов, поэтому я думаю, что программа востребована. Программа будет пользоваться популярностью у молодых людей нашего региона. В Ульяновске услуги по Пушкинской карте предоставляют кинотеатры «Люмьер», «Современник», «Синема-парк». Совсем скоро к ним присоединятся кинотеатры «Луна» и «Крылья». Также уже можно купить билеты в кино по Пушкинской карте в кинотеатрах Новоульяновска, Майны, Чердаклов и Радищева. Остальные районные кинотеатры подключатся к работе по Пушкинской карте примерно в апреле. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.